средненькое мультяшное насилие. Погнали. Эй, ты мой первый покупатель этим утром. Вижу, тебя заинтересовал этот новый шутер. Он намного лучше предыдущего, который выходил 6 месяцев назад. А это что такое? Это Sonic Mania Plus от Sega, но тут пушек нет. Смотри, зацени, какое насилие. Я слышал, что это самая лучшая игра про Соника за 15 лет. И эта обложка просто потрясающая. Такая блестящая. Эй, чувак, ну здесь очень крутой протагонист, сделан для хардкорных геймеров, как ты. Но здесь есть Sonic, Tails, Knuckles, даже Mighty Ray, и кооператив на 4 игроков. Слушай, пацан, эта игра стоит 59.99, и мы с тобой знаем, чем больше ты тратишь, тем игра лучше. Но ведь в этой игре есть артбук, и еще обложка сделана под старые. Почем? Ну посмотри, ты не можешь себе этого позволить. Так что просто пошли. Ух ты, 29.99. Мне больше нравится Sonic Mania Plus, и она стоит намного меньше. Ну слушай, это же игра словно 90-е вышла. Разве ты не хочешь играть в современные игры? Да не в жизнь, я беру Sonic Mania Plus. Я знал, что ты это скажешь. Sonic Mania Plus. Больше действия, больше скорости. Намного больше за меньшие деньги. Сейчас я принесу.